Сегодня мы приготовим горчичный соус мультиварки Витек ВТ-4216. Нам потребуется 2 чайные ложки зернистой горчицы, 5 столовых ложек соевого соуса, 1 столовая ложка растительного масла, 3 столовые ложки 33% сливок, 3 зубчика чеснока, половина чайной ложки сахара и 2 веточки кинзы. Сначала необходимо измельчить чеснок. Включить мультиварку на режиме соус на 5 минут. Налить чашу растительное масло и выложить чеснок. Обжаривать чеснок 2 минуты, помешивая. Затем необходимо добавить соевый соус, добавить горчицу, сахар и обжаривать, помешивая, еще 2-3 минуты. Затем нужно сразу достать чашу из мультиварки, добавить соус сливки и перемешать. Затем добавить измельченную кинзу, перемешать, перелить в пиалу и подавать к столу. Горчичный соус готов. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.